Кто знает? Лично я не знаю. Чё, нашли, что ли? Надеюсь, нет. Ладно, давай. Хоба. Отлично. Все, теперь, я не знаю, будем ли качать мы гребаные умения с какой-нибудь. Ну, наверное, для начала вопрос. Чё мне только что написали? Похитить Соколова, отключить прожекторы. Все это очень важные задания. Так, амулетик. Амулетик. Там еще перчики какие-то. Ну, туда просто так, наверное, не попасть. Наверное. Так, я не понял, а как же мне вернуться? Вот эти вот. Вот так. Да ёб, ты чё, охренел, что ли? Я живой. Но чувствую это ненадолго. Да уж. Говно идея. А как... как мне туда попасть-то? Может быть, вот таким вот образом как-нибудь? Да, вот смотрите-ка. Ёптить. Опять сыт. Пока тот сыт, быстро этого чпокаем. И куда-нибудь отволакиваем. Например, сюда. Где тут? Тут циклоп. И вот это вот. Отлично, все, стелс, я красавчик все-таки. Да. Оу, я. Ну все. Дело в шляпе, поэтому идем и осматриваем все говно, которое они нам здесь оставили. Так, что это? А, это, наверное, как раз-таки будет... А, нет, мозг какой-то двигается. Отрубать те прожекторы. На самом деле, я не знаю, может быть, там тоже еще какой-то проход был. Ну, с теми чуваками на той стороне. Вполне вероятно, что там был проход. Вот видите, какая-то лестница. А действительно, а что бы нам не смотаться туда, посмотреть, что там. А лично мне, я бы не против. Ускоримся. Может быть, тут даже внизу что-нибудь. А, нет, наверное, они просто, смотрите-ка. Ничего интересного. Тут даже не вход, тут просто дверь какая-то. Друзья, а это что такое там за дверь еще? Какая-то локация прям, по-моему. Ну, не знаю. А, подожди, так нам туда и надо, ёптить. А зачем тогда вот сюда нам мост открылся? Ну, сейчас посмотрим, посмотрим. Что тут у нас за мостик? Может быть, что-нибудь будет интересное. Как, а у нас тут амулетик как раз-таки. А, можно поднять, наверное, мост. Ну-ка, давай, матрас мне уже он тут скинул. Чё это, ёптить? Это вообще, что ли, офигели? Давай. Так, там, походу, плакальщики долбаные. Один. Да! Он сюда идет, ёп. Ну что, меня узнал, что слышал как-нибудь. Мух отгоняет. О, нет. Давай. Неадекват. Я слышу, амулет зовет меня. Говорит, подойди ко мне, пожалуйста, скажи и возьми меня. О, да. А что такое? 100 монет. Что тут у нас? И какой из них новый, блин? Званый гость. Вы можете... Это не то. Вот это что ли? Иногда зелье полностью восстанавливает... Нет, это не то. Зелье немного лучше восстанавливает ману. При переноске трупов вы двигаетесь чуть быстрее. Когда зелье полностью... Иногда зелье полностью восстанавливает ману. Мне кажется, адреналиновая атака — это все-таки вот этот вот зелье некое. Полученный урон увеличивает количество адреналина.
еще за адреналин. Еда восстанавливает намного больше здоровья. Белые крысы встречаются чаще. Вы быстрее восстанавливаете ману. Я вообще не понимаю. Может быть, делаем так. У меня амулеты эти не особо-то и... тащусь от них. Да. Ну все. Валим туда. К нашим друганам. Может быть, развлечемся немножечко с ними. Ну или просто уйдем оттуда. Скорее всего. Да, просто даже не будем ничего запаривать. Просто раз. И на дробриш. Махнули. Так. Давай дальше. Что-то там было написано. Так. Как честному человеку, я не знаю, что он там хотел сказать. Комендантский час. Для меня нет никаких комендантских часов. Давайте быстрее договаривайте, я вас чпокну. А может быть, у нас есть шанс проникнуть в дом, пока они тут болтают. Да, да. Диковинами на вы называете препараты вонючие, что ведьмин зад. Ну, в принципе, да. О, ништячок. Смотрите-ка. А чё это он? Блин, он красавчик вообще. Стоит на месте, блин. Так, а это чё? Я надеюсь, ты тут будешь долго стоять, да? Ну, может, недолго, но неважно, в общем. Отлично, монетки. Сейчас пробежимся у нас. Посмотрим, что тут. Медная проволока, я вижу. Хоп-хоп. Давай. И здесь. Жратва. Ключик я, кстати, там подобрал. Наверное, от того самого дома, в который мы сейчас зайдем. Точнее, я зайду. Схема. Ни хрена. Это вот через это все мне нужно пройти. Ну ладно, немного, в принципе. Локации, как бы не одна локация, но способы подхода к ней совершенно разнообразные. А то есть много разных ходов. И есть, может быть, и есть общая цель, но есть наверняка... так, а что-то я это... пачки рунка. Я не думаю, что они ее так просто там положили. Так вот, но может быть на этих вот подходах как раз-таки... определенной цели в этих вот тоннельчиках, ходах, вот под каждым кустиком есть какие-то ценности. То есть мы можем, конечно, использовать один ход, но игра будет гораздо быстрее двигаться. А, понятно, я знаю, что вы ничего не понимаете, что я говорю. Бывает, бывает. Я слышу ее рунку. Что это было только что? Неважно, какая-то коробка мне показалась. Так. Ну да, сейф, конечно, офигевший. Ну и вот, собственно, это балкон. А, смотрите, тут еще что-то есть. Целебные травы, наверное. О, да, я всегда мечтал о вас. А здесь ничего. Так, а я же не обедал. А я думаю, что я есть хочу. Ой. Это кто? А это друг? Ну, наверное, он сумасшедший, значит, друг. Сейф! Так, а письма-то, письма. Не-не, сейчас сначала сходим наверх. Посмотрим, тут всякие ценности, тут их нету, вот там что-то еще. Так, и вниз. Это для того, чтобы... сейчас я посмотрю. Соберу, точнее, все, и потом вырублю это зрение. Подносик. Это что такое? Письменный стол. А, вот тебе и ключик, наверное, пригодился. Плюс к тому же. Бальзам Пьеро. Чпонька и все. Сейчас последний разок рублю. Посмотрим, ну, надеюсь, последний разок. Ну и больше чего нет. Так, и что? А где мне... А, вот книга какая-то. Лорд. Так. Натан Брейл, мне себя от гнева. Как вы посмели, сэр, явиться в мой дом? Сейчас посмотрим. Может быть, тут что-то есть. Должен сказать, куда больше. Гад юноши с головы. Блин. Мне кажется, это не код от сейфа. Руна меня зовет. А как? Мне нужно какое-то письмецо...
Я не знаю. Да? По-любому. Может быть, тут есть письма какие-нибудь? Что это такое еще? Первый этаж. Монтажный инструмент. По-моему, я тут не был. Не, я, наверное, пропустил просто, да. Я, наверное, думал, что это какие-то гранаты, а боссы, опять же, да. Вот. Так, а я так понимаю, записки, они не подсвечиваются. Они вообще тут. Тут есть эти записки? Блин, а капец. Ну, смотрите, ну тут... Тут никаких цифр. Просто какое-то послание, письмо, типа, нет? Давай к нему заберемся, посмотрим, что там у него. Пьяный, что ли, не пойму. Он напоминает мне голос из Outlast'ов, психов. А, нет, смотрите-ка, он тоже неадеквате, походу. Собака, а, смотрите-ка. И чё? Чё ты мне сделаешь? Ой, не хочу с ним заморачиваться. Может быть, его просто Ах ты какой хитрец! Он меня через стену видит, посмотрите-ка. А я же не в приседе был, точно. Да блин, давай уже. Выдавай уже мне. Хоба. Да ёптить. Тупо. Знаете что, я не хочу с ним заморачиваться. Да не то ты делаешь. Вот. Просто сдолбал. Мне на него посрать совершенно. Вот, да, вот, записка какая-то. Итак, вот числа. 6, 10, 15, по-любому. Да не, легко, надо тарать. 6 число месяца дождя. Я жду кузина Эмили. Он принесет птицу, и мы ее зажарим. Надо узнать, открыт ли... Подожди, нет, 6, 10, 15 не получится. Что это, бред несу? Какой открыть? Какие-нибудь лавки? 6 число месяца дождя. Чё, ноябрь? Может, удастся купить яблок или картошки. 10 число месяца дождя. Сначала я хранил... Блин. Это что-то не... Ну, мы возьмем все равно. Вот еще. Блин. Ну, это не то все равно. О, рунка. О, опять этот чужой. Я так и знал, потому что такая хрень там. Реки меняют русло медленно, долгие годы, но рано или поздно все мосты рушатся. Слушай, чувак, у тебя нет код-сейфа этого кода? 1000 лет назад на этом месте стоял другой город. Жители резали руны на китовой кости, отмечали их моим знаком. Дети до сих пор находят их в речном Иле. Антон Соколов досконально изучил мои руны, но он обычный человек, в отличие от тебя. Он не был избран, на нем нет моего знака, поэтому он не откроет. Секреты рун. Да блин, ты наркоман. У тебя глаза какие-то. Так, Скалов считает, что он сможет вызвать меня специальными словами и ритуалами, но ищет в древних храмах Пандусии, в разрушенных катакомбах затопленного квартала. Приводит мирские обряды под старым аббатством. Но если он действительно жаждет встречи, для начала ему придется стать чуть менее занудным. Ну, теперь можно... О, записка какая-то. Да. Это точно не код от сейфа. Так, сколько у нас рун? Сейчас мы еще одну подберем рунку. И будет все чики-пуки. Пуки-пуки. Собака! Потратил зелья много. Ну, ладно. Так, я не понял, вы будете мне какие-нибудь записки давать? А, вот книга еще. Говорят, что... пестроте и переменчивости истории Морлин имеет схожесть с лоскутным одеялом. Собаки. Ничего тут интересного нет. Может, картинок дело, кстати? Чё я записки-то ищу? Не, это какая-то... Картина плохого качества. Даже взять нельзя. Ну вот, смотрите, тут цифра 7.
А мне кажется, она не зря там написана внутри. Давайте еще посмотрим картинки. Три. 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 Пода три. Ага, ага. Смешно. Так, а внизу там ничего нет. А вот тут тоже, наверное. Ну, ладно, шоп. А это что за место? Я отсюда пришел. Короче, 7-3 уже есть. Так, а где вот еще? Тут ничего нет, походу. Вот тут что-то написано. Руна. А! Ее что, взять, что ли, можно? Или что я сейчас? Мне просто подобрать что-то можно было. Нет? Ну ладно. Так, а внизу что там? Может, там тоже картинка есть какая-то интересная? Так, тут я не вижу. Не вижу здесь. Подожди, а мы тут были, что ли? 4. А, ну все, 7, 3, 4. Только осталось узнать. Где он здесь? Сейф я забыл. Нет. Осталось попробовать комбинации разные. 7, 3, 4. Три разные комбинации или сколько там. Неважно, в общем. Итак, первое. 7. Пробуем. Не, надо было с 3 начинать. Зачем я это сделал? 3, 4. Ну, давайте... Блин, а много комбинаций, однако. Ну, давайте... 3. 7. 4, нет. А если 4... Ах, ты ептите. 4. 7. 3. Е! Ну, на самом деле, комбинаций гораздо больше. И по 200 рублей. По 200 рублей, да. Вот теперь можем что-нибудь качнуть. Что можем качнуть? Что-нибудь. Время пока не будем. Блин, адреналин этот гребаный, я даже не знаю, о чем они вообще говорят. Ну, накопите запас адреналина и нанесите добивающий удар. Да это не то, что-то. Вот это давайте попробуем. Посмотрим насчет дверей этих гребаных. Может быть, что-то удастся нам. Правильно, закрываем. Правда, вонять все равно будет. Ну все, валим отсюда. Я очередной раз красавчик. Давай. Куда идем? Ой, я думаю, еще грохнусь. Куда идем мы с пяточком? Так, а я что-то пропустил где-то. Опа. Так. Слушайте, там еще какая-то комнатка. А, вот. А как туда попасть-то? Слушайте, какого хрена? Интересно, интересно. Девки пляшут. Ну-ка, давайте-ка наверх. Еще разочек проверим. Вот такая синяя атмосфера. Значит, сейчас чужой появится. Во. Хоп. Так, и наверх на самый, наверное. Посмотрим, что тут у нас. Нет, это не то место. А, вот, наверное, тут с крыши. Да, ништячок. Тут никого нет вроде. Чтобы было легче все собирать. Вот так вот берем. И включаем зрение. Блин, вот эту штуку интересно, можно снести. А где? Ну, я все вроде подобрал, да? А это что такое там? Раковина. Так. Подожди. Подожди, подожди. Я совсем забыл. Еще. А, здесь больше ничего нет, что ли? Стоп. Нет, что-то есть. Звук подозрительный. Где-то внизу. А, вон там что-то пружинная какая-то хреновина. Давайте вот сюда. Карта у нас есть. Сейчас здесь посходим, посмотрим. Что тут у нас? Ничего больше нет. В окошечко ринулись. Чпоньк, это крысы шумят. Монтажный инструмент. Ну, классный свет тут светит. Блин, как я так истратил все маны эти. Ну ладно. Джек Хитли. Начальная ставка. Типа они... Ну, в общем, они проиграли. Show yourself. Сделай селфи. Show who owns the bridge.
О, смотрите, сейчас это... питерские разборки начнутся. Охренеть, она их убила просто, походу. А где они? Даже монеток не оставила. В прах превратила. Вот тварюга. Ну не, я туда не пойду тогда. Че, офигели, что ли? Так, да тут ни хрена нету. Ну ничего страшного, у меня этих зелий много вроде бы. Меня-то они не заметят. Так, а тут что у нас? О! Смотрите-ка. Охренеть. Целебные, блин, нафига мне эти целебные. Тут зелье, которое надо продать на мосту Колдуина. Как разберетесь, дуйте на винокурню. Я считаю, ваш...